наша планета движется постоянно и непрерывно. Каждую секунду происходят миллиарды действий. Каждый новый день приносит нам новые возможности, новые обстоятельства и решения. В современном мире скорости все больше, и мы все быстрее идем к своим целям, умножая количество задач. Движение — это жизнь. Нам некомфортно стоять на месте. Мы привыкли идти вперед. Вперед к улучшениям. Вперед к своему будущему. Каждый день миллионы людей нуждаются в различных видах транспорта, перемещаясь по планете. Обрабатывают землю, строят дома и заводы, перевозят различные грузы. И компания «Белшина» выступает как надежный проводник одной из главных составляющих любого транспортного средства. Собственно, различными видами шин практически для всех возможных транспортных средств на Земле, обеспечивая всем этим процессам качество и надежность. Белшина. Искусство движения. Сердце компании расположено в Беларуси, стране с развитой промышленностью, сектором услуг и сельским хозяйством. Здесь, к юго-западу от столицы, в городе Бобруйске, расположены основные производственные мощности компании. На территории общей площадью в 173 гектара располагается завод массовых шин, завод крупногабаритных шин, завод сверхкрупногабаритных шин, механический завод, а также административные здания и вспомогательные объекты. Полный цикл производства, новое оборудование и внушительный опыт. Именно это делает компанию «Белшина» одним из крупнейших производителей в отрасли. Предприятие выпускает более 350 типов размеров шин и постоянно увеличивает это число, чтобы соответствовать всем потребностям растущего рынка. Продукция компании работает в абсолютно разных условиях эксплуатации и климата, демонстрируя стабильность в любых ситуациях и уверенно проявляя себя в жару, холод, на дорогах и без дорог. Благодаря разработке уникальных рисунков протектора, созданию конструкции при помощи современных цифровых технологий и оптимальному сочетанию материалов, мы создаем продукт высокого качества. А началось все с того, что в 1963 году было положено начало строительства белорусского шинного комбината в городе Бобруйске. Друг за другом возводились заводы и наращивалась производительность. Расширяя ассортимент оборудования и масштабы производства, заводы уверенно развивались и совершенствовались. Оставляя позади трудности и препятствия, компания шаг за шагом выходила на новый уровень, двигаясь в ногу с развитием машиностроения и сельского хозяйства. Еще с древних времен у всех народов наибольшей святостью был хлеб. И его тайна до сих пор кажется нам магической. Во все времена работа в поле была и остается тяжелым ремеслом, и современная техника помогает человеку справляться с ним. Мы же производим качественные шины для всей сельскохозяйственной техники, делая этот процесс еще более эффективным. Ну а урожай, конечно, зависит от природы. И так как ресурсы нашей планеты стремительно истощаются, мы считаем своим долгом ответственно подходить к способам производства своей продукции путем рационального использования энергии, сокращения объемов выбросов в атмосферу и безопасной переработки отходов производства. Мы реализуем цели экологической политики, заботясь о будущем и о качестве жизни людей. Именно люди приводят этот огромный механизм в движение своим трудом, любовью к делу и верой в успех. Стремительный рост компании возможен только при наличии компетентных и мотивированных сотрудников. На данный момент здесь в едином ритме трудится более 10 тысяч человек, каждый из которых вносит свой вклад, растет и развивается вместе с нашей компанией. Нас ждет большое будущее, мы в него верим и строим его сегодня, расширяя горизонты и направления. Создавая оптимальные шины для всей строительно-дорожной техники, мы помогаем возводить небоскребы, мосты и трассы. Нагрузки, с которыми необходимо справляться на строительных площадках, внушительные, но наши шины готовы к любым испытанием на прочность, гарантируя надежность на всех, даже самых сложных проектах, от строительства подземных тоннелей до скоростных магистралей.
Именно дороги дают нам выбор, объединяют и сокращают расстояние к новым возможностям. Сотни тысяч грузовых автомобилей и автобусов по всему миру, используя продукцию производства компании «Белшина», каждый день преодолевают тысячи километров, осуществляя надежную доставку различных грузов и пассажиров. Гарантировать качественный результат можно только при высоком техническом уровне всех циклов производства. Наши разработчики постоянно проводят исследования, совершают новые открытия в области синтеза материалов, успешно внедряя эти знания в процесс производства. Исходя из назначения шины, в каждой группе используются специфические составы компонентов. И, конечно, основополагающим фактором хорошего продукта является качество самого сырья, которое поставляется на завод исключительно от проверенных временем поставщиков со всего мира и постоянно проходит через тестирование. Система контроля качества распространяется на все без исключения циклы производства шин, от входного контроля сырья и материалов в центральной заводской лаборатории до испытаний готовой продукции на специализированном оборудовании. Автомобильная шина – это сложное техническое изделие, создание которого далеко не простой процесс. Каждый из его элементов имеет свое предназначение и задачи. Качество всех компонентов и их оптимальное совмещение в сумме позволяют добиться феноменальных характеристик и достижения невероятных результатов. Чтобы быть в авангарде шинной промышленности, нужно самому быть впереди и создавать темп для всех остальных. Технологии развиваются все стремительнее, и мы держим курс на инновации, внедряя их в наше дело и пользуясь их преимуществом. В наших лабораториях, конструкторских и технологических отделах работа над проектированием новых, более совершенных типов шин не останавливается ни на минуту. Наши специалисты постоянно находятся в поисках новых решений и методов, все больше растворяя границы невозможного. Каждая новая разработка подвергается множеству разнообразных тестов, в том числе и самых экстремальных. Новая идея до ее реализации один шаг. Благодаря собственному механическому заводу, который оснащен самым современным оборудованием, мы осуществляем полный контроль над всеми процессами и также сводим к минимуму временные затраты. Новый тестовый образец из 3D-проекта в кратчайшие сроки может быть преобразован в готовый прототип и отправляться к прохождению тестов в реальных условиях. В реализации этого существенную роль играет современное оборудование, которое продолжает постоянно обновляться. На данный момент компания реализует ряд крупных инвестиционных проектов, предполагающих закупку современного высокотехнологичного оборудования ведущих мировых производителей. Это современные, мощные машины, ловкость и скорость работы которых потрясает воображение. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю этот гигант работает как единое целое. Ритм производства словно пульс живого организма, который не останавливается ни на минуту. Ну а отдельное достоинство компании «Белшина» — это завод сверхкрупногабаритных шин. На нем производят шины для карьерных самосвалов, бульдозеров, погрузчиков и также другой техники. Здесь выпускаются шины с посадочным диаметром вплоть до 63 дюймов. И в каждой такой шине хватит материалов на то, чтобы обуть свыше 500 легковых автомобилей. Их используют самые большие карьерные самосвалы в мире, полная масса которых составляет немыслимых 810 тонн. Тяжелые условия, экстремальные нагрузки – это привычная среда для этих шин. Работа кипит днем и ночью практически без остановок при любых погодных условиях. Сквозь континенты, языки и религии, от северных рудников в Сибири до алмазных карьеров в жаркой Африке. Именно эти шины обеспечивают надежную добычу ресурсов по всему миру.
На данный момент продукция компании получила доверие потребителей и успешно реализуется на рынках более 60 стран нашей планеты, расширяя горизонты своей деятельности и открывая новые возможности к взаимовыгодному сотрудничеству. Компания расширяет свои дилерские сети по всему миру, внимательно прислушиваясь и анализируя потребности каждого клиента. Благодаря такой политике мы первыми узнаем и иногда даже предугадываем спрос потребителей, их предпочтения и отзывы. И, несомненно, это помогает нам становиться еще лучше. Также за последние годы компания «Белшина» создала положительный имидж и у поклонников автоспорта. В разных странах профессионалы и любители смогли по достоинству оценить ее продукцию в действии. И многие после этого поменяли свои предпочтения. Компания активно поддерживает развитие различных видов спорта, ведет активную социальную деятельность и в дальнейшем планирует еще больше развивать эти направления. Только так общими усилиями можно достичь невозможного. Главным показателем наших достижений является забота о человеке. Это побуждает нас искать новые методы, применять инновации. Мы производим шины, и наша задача — сделать их качество неоспоримым. Это настоящее счастье — знать, что тысячи людей на планете полагаются и доверяют качеству твоего продукта. «Белшина» будет и впредь внедрять инновации и задавать стандарты в области производства шинной продукции. И это только начало большой истории, которую мы создаем сейчас.